В областном перинатальном центре устроили праздник для будущих мам. В Международный день защиты детей для пациенток подготовили подарки и фотосессию. Также пригласили специалиста по аквагриму. Художница разрисовала животики будущих мам гипоаллергенными красками. Татьяна Глухова ждет мальчика и уже активно готовится к родам. Отмечает, в центре уютно, как дома. Ну, во-первых, очень хорошие отзывы. Везде на сайтах, и также мои подруги, которые здесь лежали, они рассказывали, что здесь очень хорошо, очень компетентный персонал, очень хорошее отношение. Ну и, конечно, я это все испытала на себе. На данный момент в перинатальном центре «Мама» находится около 100 пациенток. Примерно у половины из них осложненная беременность. Руководство старается поднимать боевой дух своих подопечных и всячески их поддерживает. Понятно, что в это время им здесь не очень весело бывает. Поэтому мы решили вот этот день для них сделать веселым, настоящим. И вот той самой дорожкой солнечной к их будущему рождению, их малышей. Коллектив центра поздравляет будущих мам и с другими праздниками. На Новый год и 8 марта также проводятся торжества. Виктория Чиркова, Герман Баранов. Управда ТВ.